Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс прокомментировал самую обсуждаемую теорию о массовом чипировании людей под видом вакцинации от коронавируса. По мнению миллиардера, вакцина – это единственный шанс вернуться к нормальной жизни. Он выразил надежду, что лекарство от COVID-19, на разработку которого фонд Билла и Мелинды Гейтса пожертвовал более 1 миллиарда долларов, появится уже в конце этого года и будет доступно менее развитым странам. А говоря о популярной теории, Гейтс назвал ее сумасшедшей и сказал, что никогда не занимался микрочипами. К сожалению, вы знаете, что эпидемия сейчас проходит пик в Южной и Центральной Америке. Есть горячие точки в Нигерии и Южной Африке. Цифры действительно растут. И даже если вы видите спад в большей части Европы и Соединенных Штатах, это не единая картина. Страны, которые действительно снизили цифры, это Япония, Австралия, Новая Зеландия, Сингапур. И это здорово. Они открываются и справляются с эпидемией хорошо, потому что у них есть на это возможности. В других странах, где люди устали от ограничений, к сожалению, будет больше заражений. Нам действительно нужна вакцина.